скорее, подписчик. Чем докажешь? Потом посмотрим. Два. Два — это ILX. Так, ну, вроде как был здесь, да, если мне изменяет память. Кто такой ILX? Мне 28. О, не, есть... А, вот, ILX, да, да, все. Вижу, да. По возрасту мы тут не соревнуемся, потому что, наверное, я уж точно старше вас всех. Вместе взятых, блин, наверное. Ладно, слушаем. Самая короткая дем очка от ILX and M. Понимали. О, давайте подыгрывать треку. Да, засираю ваши треки. Ай, ладно. Не, я успел послушать. Слушай, прикольная демка. Супер олдскульное звучание такое вот. Это трансовое, да. Даже прикольно, кстати. Такой прогрессив транс. Я даже не знаю, как это называется. Какой-нибудь там 2001 год. Нормально. Очень короткая, да, действительно, правда, ничего особо не понятно. Мелодия имеется, бит имеется, переходы имеются. Ну, как бы, а что не дописать-то до конца этот трек? То есть, все, что нужно, есть уже вот, ну, в нем. Нужна какая-то яма, да, там эпичная, да и, в принципе, и все. По качеству... так, алло, играю. По качеству мне не очень понравился кик. То есть, кик какой-то... Не, ну, не сильно электронный, да, то есть не такой вот, не для такого трека, то есть он больше какой-то... Хотя, блин, фиг пойми, вроде нормально. Ладно, берем свои слова обратно, кик, короче, пойдет. Баса мало, да, баса мало. Ну, что-то с низом надо делать вам, господа. Какой-то он мутный. То есть я баса здесь даже и не вижу-то особо. То есть он, по-моему, вот на кике просто навален. Типа там есть какой-то сайдчейн, да? То есть, ну почему тогда не сделать саб, ну, бас вообще пожирнее? Ну, надо прокачивать, мне кажется, прокачивать. Мутный трек. Чутка, да, чутка есть. Вот, ну идея прикольная, мне понравилась. Даже моя офигенная... О, чистый транс. Кайф, кайф. Надо пойти, сегодня будет потом вечерком транса послушать какого-нибудь олдскульного. Молодцы, короче, молодцы, мне понравилось. Но низ качайте, низ надо качать. Подвинуть громкость к нулю ДНБ. Что?
Нет, а у меня тут, я специально потише сделал, у них-то все нормально, у них довольно громкий трек. Ну, не пережатый, то есть он явно особо не замастеренный, но есть. Коричневую ноту поймал. Это ты лучше это. Не лови. Там, где не надо. Трек ок, я как профи говорю. А ты чё, Виталик, ты этот трансовик? Трансовик-затейник? Я не знал. Ой, ладно. Молодцы, да, молодцы. Так, чё, погнали дальше. Костя, Квостакс, опять закинул донатик. Спасибо большое, Костя. Поддержка от тебя максимальная. Супер респект. Так, сейчас мы послушаем еще один, видимо, экспериментальный трек, который называется «Fuck Dating». Так, сейчас мы... Это, видимо, что-то жизненное больше, да, типа «Нахуй свидание».